Мор ММР вызывает тебя на поединок за $1000 и за крутые девайсы от HyperX и кресла Averta Gear. Срази наш искусственный интеллект, предскажи результаты самых горячих битв Куала-Лумпурского мажора и распотроши призовой фонд в $1000. Делай крутые прогнозы, и наш специальный спонсор удвоит твой депозит. И не забывай о том, что Мор ММР – самый крутой обучающий сайт по Dota 2. Здорово, народ, с вами ваш немного имбанутый, и сегодня будет очень клевое видео, в котором нам предстоит поиграть за самого настоящего Рошана. Все это будет происходить в кастомке Definitely Not Dota. Так, по крайней мере, ее озвучил Google переводчик, что, кстати, в переводе на русский точно не Dota. Интригующее название, как и геймплей за одного из крутейших персонажей Dota. И хочу вам напомнить, что если хотите продолжение этого режима, ставим лайк под этот выпуск, и все, вы увидите новую серию. А теперь давайте поиграем за Рошана. Ну что, друзья, добро пожаловать в кастом, который называется определенно не Dota. Как она по-английски называется в оригинале, вы увидите в названии этого видео или же в описании, там где все остальное обычно пишется. И почти всегда все кастомки... Ох, господи, Соник, ты чё? Короче, кастомка, я не знаю, упоротая. Раньше оно вам заходило, раньше оно вам нравилось. Я надеюсь, оно и сейчас будет нравиться. Я, честно говоря, не знаю, какая-то дикая вакханалия происходит. Тут взрывается, кто-то умирает. Тут сайленсер... На шарике. Да, у меня скорости бега не так уж и много, чтобы к тебе подходить. Но урона я вижу немало, да? Соника мы, видимо, никогда не словим. Короче, не знаю, сейчас будем вместе с вами разбираться. Вы меня ругаете за то, что я не рассказываю, что какие комментарии... Ой, что какой скилл делает, но... Я сам себя слышу. Снайпер, ты чё? Что? Ты чё? Ну иди сюда. Кстати, башка Баратрума наполовину. Кастомка, я очень надеюсь, что веселая. Посоветовали мне ее недавно затестить, посмотреть, что она из себя представляет. Но пока я только на Рошане туда-сюда хожу, догнать никого не могу. Наверное, надо какой-нибудь интересный предмет собрать на скорость передвижения. Я думаю, можно начать. Ты серьезно? Я спрятался. Спрятался? Ну иди сюда, на тебе баш. Ух ты, ёперный балет, я чуть не умер. Ты что, совсем плохой? Так, все кнопки... По-моему, это что-то какое-то... Это что сейчас было? Нормально. Мне нравится, мне нравится. Ты, блин, почему ты столько урона мне нанес, дружище? Ты что такой жесткий? А, у меня скиллы чисто на урон. Это у кого, Ромео? Я понял. В смысле? Ого, у тебя урона. Ты как, нормально там себя чувствуешь? О, я наконец-то быстро двигаться начинаю. Ну иди сюда. Нет. Гуманитарий ответ. Нет. На тебе! Я понял. Короче, первый скилл мы выпускаем какое-то пламя, второй скилл мы блинкаемся. А, ты еще и ваншотаешь, да, сука? Ну... Только что вкачал 900 урона. На тебе! Охренеть! Мне нравится этот герой. Сейчас возьмем предмет. У него и скорость передвижения наконец-то стала поярче. Если тут не поменяли, то этот предмет в центре постоянно только спорста. Да? Ну и черт с ним. Лишним не будет. Уверен? Ну, понятно, башики. Я сам на себя форстав прожать не смог. Это как вообще? А, ты что делаешь? Я не знаю. А, это не мне. Не, на я. Так, ну мне на самом деле начинает нравиться этот герой. Я примерно понял, как им нужно играть. У меня очень много статов. Еще ульта какая-то дикая. Тебе нормально, что у тебя 7 скиллов, да? Все адекватно там? Да, неплохо. У тебя инвиз, понятно. А чё, чем тебе не нравится 7 скиллов? Почему пуч такой маленький? Я маленький. Так, это мне надо, короче... А, нет, не убивай! А ну, посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на меня. Не хочу, не хочу, не хочу. Я ж тебя догоню. Да бесите вот это вот сама взрываться. Бежать. Не бей. Опа. Я вот так умею еще делать. Блин, он очень жесткий. Нереально. Урона много. Статов много. Больше. 5 ко всем, 15 скорость передвижения. Вот это классная тема. У тебя больше? А ну иди сюда. Больше, говоришь? Что у тебя там больше, а? Вылезай. Не знаю, это я тебя на секунду увидел почему-то. Больше урона у него. Ага. Стою. Угу, отлично. Спасибо, я как раз на базу хотел, мне немного не хватало на... В смысле? Черт.
У меня ж перерождение есть. Мне, ну ладно, в любом случае, на базу надо. А интересно, башер на Рошана как будет работать? Меня не прикалывает, что у меня фурстав на себя прошать нельзя, я линкусь, я сбиваю им. Ну типа снайпер здесь бесполезный, я так понял. Ой, здесь вы тоже скрывает, это вообще дичь. Иди сюда. Обидно. Иди сюда. Ай! Да что ж вы все такие резкие и дерзкие? Это что такое? Это я так вызываю? Да. Какой же он быстрый! На! Нет, на фонтан я точно не пойду. Надоело мне на фонтане тусить. Нет. Давайте что-нибудь, может, чтоб... Угу. Да, господи, ты долго так будешь мне вот это вот все фраги мои забирать? Сволочь. Всю игру. Золото. Всю игру? Не надо на всю игру. Интересно, что будет, если собрать на Рошана Кирасу? Я думаю, будет неплохо. Серьезно, на тебя и так дуэль не могу дать. Здрасте. Так, пришел, ушел, пришел, ушел. Ну в чем интерес? А что, я должен типа идти фидить или что? Ну да. Так, так было задумано. А монетку-то хочется взять, да? Когда особенно их так много. А, не ту кнопку, понятно. А ей не надо. Надо, Федя, надо. 20 крон, 10 ко всем атрибутам. Я думаю, тут выбор очевиден. Надо пойти продать этот фурстав, но мне так нравится в центре. Вы все такие сладкие. О, я больше не попадусь на эту тему. Ну, я думаю, что у снайпера один килл всего, у тебя три. Так, а кто на первом месте? А, я Баратрум, все, понял. Тут конфетки падают. Дай конфетку. Так, я в принципе... Вот, вот в этот момент я тебя сейчас увидел. Вот именно когда я ногами топнул, я тебя почему-то увидел. А в центре же этот, типа центряк стоит. А, нет, он исчез. Я дал... Давайте хоть раз... Ух ты. А, это не мне прискочило. Иди сюда. Иди сюда. Ладно, полетели домой. Заберем все необходимые наши предметы. Угу, а как же, удачи. Продадим нафиг эти форстав, они нам не нужны. Скорость 400, что бы еще такое на скорость передвижения? Пурум-пум-пум. А я кто основной атрибут? Силач. Давайте скади соберем. Но все равно чуть-чуть да придаст скорости передвижения. Статы ж дает. Можно в принципе ветра какие-нибудь собрать там, не знаю. Слушай, Сикер, не беси меня. Ты вот это вот всю-всю мою съедаешь. Замахнуться не успеваю, а ну стой. Я чисто через райклик. Сколько у тебя скорость передвижения? Ой, почти попал. Ну иди сюда. Иди. Ай-яй-яй. Наян. Ну что ты вот это вот творишь? Гадости всякие. Дайте мне хоть с кем-нибудь подраться. Две смерти у меня, кстати. А кто меня убивал, кроме как фонтана? Я. Что такое? Эпу, на тебя. Жесть. Это чья штучка летает? Оранжевая. Кстати, да. А, это снайпер. Оранжевый. Угу, понятно. Иди сюда. Нет. Да, нет, да, нет. Да, и снова как да. Как ты меня видишь? Да вот не знаю, как-то вижу тебя. А как, вот вообще не представляю, сент-3. Вот честное слово. Сент-3, да? Какие сент-3? Тут ты чего? Вот делать мне больше нечего. Да, тут и правда, кстати, спавнится только этот. Стоп. Угу. Нет, баш. В смысле? Я тебя спасу, Илюха. А ну иди сюда, спасатель, мольбу. Не-не-не. Я ж тебя догоню. Нет. Да. Ах, ты я вот так вот, дамся. Значит, да? Не дамся. Слышал я уже такое один раз. Но не будем об этом видео. Что-то я так подумал. Блин, а мне нравится эта кастовка. Серьезно, Рошан, по крайней мере, очень веселый. А зачем ты около базы ждешь меня? Я за сикером здесь бегал, он инвиз подобрал руну. А вы можете не прятаться от меня постоянно? Вот Илюха единственный, кто тут дерется как на мужика, что называется.
меня штука хп, у тебя 8. Ты думаешь, как с тобой драться? Да не знаю. Толпой. Ой, монетки исчезают. А тут нет ничего такого, что типа статов или я черт его знает? Нет, наверное. Продать. Так, а если я куплю себе 550 МС, а если убрать это? Да. 550 МС, все, огонь. А чё он не сдох? Надо тогда что-нибудь вот себе. Ты знаешь, что сейчас будет? Ой. Не получилось немного. Угу. Не, его убить нереально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж! Он аж этот оживился такой, слышишь? Убил. Второй фраг. Так, до 45 фрагов, офигеть. 200 урона, типа. Но, кстати, кроме шуток, я как бы далеко не на первом месте. Недалеко? Ну, далеко, недалеко, не, почти. А что ты не подобрал-то? Я помогу. Не за что. Три ультимейта просто в одно лицо. Вообще-то я выиграл. А чё, вчё, все... На Ян, ты серьезно? Ты всех убил? Всех двоих. Всех двоих. Троих. А, двоих. Ладно, это сам. Ну, троих, я еще себя убил. Как бы не забывай. Ладно. Куда? Сюда. Там, где тебя я нету. Помогу. А. Ого, а сколько у тебя там урона? 1300. Мало. Признайтесь, кто-нибудь вообще играл эту костюмку до этого? Я играл. Я первый раз играю, но мне нравится. Ну, я играл в другую версию. Вот подсказали, это фиксит, это фиксит. Вот подсказали именно. Господи, вот это огнемет именно за вот этого героя. И он действительно жесткий. За Рошан. Да Рошан он как бы по приору должен быть жесткий. Это ж Рошан как-никак. Угу, найс урон. Шотл. Слушай, а похоже, знаешь, блин, она мне чем-то со Старкрафта что-то напоминает. Что-то непонятное. Это моя ульта, чтоб ты понимал. Это ультимейт? Ну-ка, подожди, Влад, подожди. Жду, стою, жду. Я тебе урона нанесу, у тебя жизнь есть, все равно. Не, я тебе все равно еле-еле убиваю. Да извини меня, там фрагов урона столько, что мам... В смысле... А почему у меня интеллект исчезает, если я на базе я тебя убиваю? Стой! Стой, 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 стой! Да, подожди, подожди, далеко не убегай. Не убегай. Что значит не-не-не-не-не? Да ну стой, по кругу, вот просто побегай. Ладно. Тё, что просто по кругу побегал. Всего лишь. Не, Влад, подожди, смотри, я на центр выйду, посмотри, сколько у меня урона. Бам. Подожди ты, я урон хочу, хочу. Давай, показывай, всё. Я помог. Вон, смотри. Смотри, сколько у меня урона. Ого, думаешь, это нормально? 1500, это жесть. Слушай, а вот этот предмет 50 ко всем статам, 1800 ауч number, это что такое? Алло. Алло, где ты его нашел? Зарел бывает. Ну, и вот этот зарел, да. Статы дают. Статы дают. Ну, статы, да, а что такое 1800? Ну ты купил, знаешь. Собираюсь, вот, собираю потихоньку. Вы можете повыходить? Блин, ну да, я понял, что мне надо. Для полного счастья. И сейчас я это обязательно куплю, сразу после вот этой интересной пушки непонятной. Ну выходите в центр, чего вы там спите где-то? Да, я кое-что попробовать как раз хочу. Сыте, вы... Уйди, уйди, уйди. Что это такое летает, вообще непонятно. Укшот. Да. Спасибо. Я не то нажал. Чуть-чуть перепутал кнопочки, видимо, местами. Там две пассивки, блять, инвиз и дуэль, все. Попал. Не, я хотел этим... А смотри, у меня регена больше, чем ты урона мне наносишь. Опа-на. Весело. Не, это слишком жесткий персонаж. Его нужно или фиксить, или удалять, или черт его знает, что с ним делать. Удалять. Ну или дать возможность его забанить. Херакс, а где вы? А даже инвиз не спасает. Ты что? Ты мне ну, там задержка небольшая вроде перед ты этим. Ты все души выбил. Так, если я это уберу, ну, в принципе,
Уйти не могу. Так, а это? Вот это на скорость не влияет, да? Лучше вместо него возьмем. А я хочу еще вот такую штуку взять. Только вместо чего? Здесь. А его нету, что ли, тут? Нет. Нет, есть. Наверное, вместо этого, да? Все замечательно. Поймали. Так, ну что, погнали, затестим. О-о-о, сейчас будет очень... Что с зомбаками происходит, я понять не могу. А где? Ну, их этот хоровод наверху справа. Да, они везде хороводят. Так, а ну дайте я кому-нибудь оплевуху пропишу небольшую. Покажитесь. Я в таверне. Серьезно? Ты ее купил? Да. Давай. Понял, да, как это работает? Нет. Так. Эй! Что это было? Я вроде как за... Больно? Кастовал, а, мне непонятно. Она походу отражает. Нет, отражает у меня линка встроенная. А ну, стоп, дайте проверить. Хоть кто-то, вот, все, не убивайся только. Стой, стой, я тебя бить не буду. Я просто на тебя хочу кинуть. Дышись. Ага, типа просто урона, да, нанесло. Ну, типа из-за этого только апнутого, видимо. А что, тебя убило сейчас? А как тебя волшебник убил? А, точно, точно, точно. Короче, да. Короче, да, говорит. Кратце и по сути. Кратце и по сути, действительно. Не, ну предмет такой себе. Что это? Наверху происходит просто. Я же говорю, у них движняк какой-то вообще непонятный. Возле руны инвиза. Давайте, нам нужен экшен, экшен, экшен. Во. Экшен. Чё ты меня подошел, пнул вот это вот непонятно. Забирайте предмет. Вот, все, отдам, конечно, без проблем. Самому нахер ничего не надо. Черт. Я его даже разбить не могу. Стой. Угу, понятно. Забрал, значит, да? Это в смысле? Пока. Привет. А, в смысле? А в обратку, интересно, убьется Рошан или где? А ну, покажись с обраткой. Нет, у тебя жизни больше, чем у него, намного. Ты его с одной точки, он... У меня, кстати, не так уж много урона. Почему-то у меня было плюс 500. А сейчас куда-то оно делось. А, тут линка? Ну да. Да. Ой, Сикер, сейчас что-то тебе прилетит. Не-не-не-не, так это не работает. Да, господи, ну, перестань. Все, я понял, как вас нужно убивать. И как же? Как им кверху, появись, покажу. Вот, снайпер, привет, пока. Пока, привет. Блин, миссы вот эти вот. Инвиз закончился. Вообще, ни к силу не... О, я умер. А, нет, вам показалось. И не успел. Блин, 12 тысяч, я не знаю, на что их потратить. Еще один Rebel Sword, Dark Hazel будет. 50 ко всем статам, ну в принципе да, чисто теоретически можно. Опа, ты где? Вот Сикер такой шустрый, что на него элементарно мышку не успеваешь навести. Как он сдох? Да вот что-то чихнул кто-то в его сторону. О-о-о. Не так это работает, дружище. Мы еще не нормально. Убил же. Так, у тебя слишком много хп, я понял. Забирайте предмет. Вот честно, вот в этот раз точно никому не помешаю его забрать. Он врет. Это тяжело. Видишь, не мешаю же. Не мешаю. Че вот это вот вы тут тусуетесь? Че это? Просто вдвоем снайпера увидели. Не, я увидел сначала вот этот вот. Вдыхаешь? Да, да, да. Синенького. Как ты меня видишь? Как? Где ты? Где ты? Здесь бегаю. На центр выходи. Да что это? Один с хукшотами, один по кругу бегает. Да в принципе все по кругу бегают. Чувствую себя каким-то рейд-боссом, никому не нужным. Именно так. Окей, посидим. Бегайся. Ну, догнал. Ты
Не, кстати, классная тема. Там реально. Да, да, да. И он убил его еще и походу на базе. Ну, парни, 5 минут осталось. Давайте. Вы сможете, я знаю. Давай я с тобой вот так вот. Прям тут. Ладно, ладно, ладно. Все, верю, верю. Да в смысле, я вот в центре прям хожу. А тебя убить это нереально. Да что это нереально? Все реально. Невозможно, я возможно, я возможно. Слышал, пила, Меладзе пел? Или как его там? Кто это пел? Не здорово. Милама? Ты точно, да. Вот, вот мы и спалили тебя. Кто у нас шарит? В Билайне. Угу. В Билайне. Лови. Тихо, да в смысле? Я ж... Какими... Ух. О, я умер. Я убил. Не, я Аня, вам снова убил, показалось. Но второй раз не могу. Мне жизни не хватает. А тут кулдаун, кстати, на бессмертие вообще маленький. А, все, я вспомнил, почему у меня было 500. Почему? Потому что гладиолус. А, не, на самом деле, потому что я взял ДД. Вот сейчас у меня 1200 урона. Стой, стой, стой. Ух. Ты меня, кстати, пробиваешь уже. Я тебе и до этого пробивал, у меня 2200 сурки. 2200 сурки, действительно. На самом деле, взять обратку бы на тебя. Ну, ты, если прям вот конкретно проблемы будешь. Да хватит с этими кудшотами. Где ты там? Нет. Стоять! Я маленький. Маленький да удаленький. О, ебай. Тебя два уже. А Илюха там вообще как? Собирается как-то показываться? Нос свой вытаскивать с базы? Как в тебя попасть? Не надо меня попадать. Что это? Я просто таргет на тебя не успеваю навести. Сикер. Я успел. О, получилось. Все. Осталось только дождаться. О. Я помог тебе, еще дискорд накинул. Ай, не надо такое ТП делать. Ну. Опа. Ты. Серьезно? Вот так вот, да. Натя. А еще можно блинкаться, оказывается, вот так, да? Офигеть, прикольно. Илюха вообще походу ливнул тупо. Здорово. Не, вот мисы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно-то. Да. Со своим бледмейлом он надоел. Кто здесь у нас чем кидается? Нет никого тут. Нету тут никого. Все дома. Вообще ноль урона. Почему я не добавлю? У меня снижение брони, сопротивление 100%. Так, ты вот это вот давай. Не бушуй мне тут, пожалуйста. Ты у меня не успел на тот момент от кулдауниться Аегис. Вот именно. Пока, можно сикер. Можно ли у тебя его как-нибудь забрать? Нет? Забирай. Не убил? Капец. Все, бесполезный предмет за 18 тысяч. Ну, 50 статов это, конечно, круто. Но предмет, правда, бесполезный. Где ты делся? Я знаю, ты где-то тут. Я тебя чувствую. Я в другую сторону убежал вообще-то. В смысле? Я про сикера вообще. Не путай, пожалуйста, мне вот это. О. Как ты вовремя. Я знаю. Они туда нажал. Можно еще и бить в этот момент. Офигеть, слушай, я все больше и больше узнаю нового про этого героя. Интересно, если я вот так сделаю? Не, ладно, я так не сделаю. Делай. Это больно, 36 стаков, я только зашел на секундочку, просто вот заглянуть, готов ли там чай у Наяна, а тут готов, оказывается, ходи. Готов. Ну вот, зашел, мне не понравилось. А че вы все на бедного меня накинулись? В смысле, я тебя увидел, я на тебя накинулся. Не уходи далеко, нормально. Ой, кто у нас тут проснулся? Здорово, братан, как дела? Чё нового? Чё интересного?
Видимо, ничего. О, да. Я умер, кстати. А, не, вам снова показалось. О, кстати, а сейчас можно было меня и убить, наверное, даже. А уже все в КД. Сикер. Я буду жить. Вечно. Илюх, мы думали, ты уже ливнул. Ты вообще с нами? Ты с нами разговариваешь? Видимо, не очень. Обидели. Обидели Илюху. Так какой вот это вот сайленс? Не надо нам никаких сайленсов. У меня микро был выключен. А, вот оно что, Михалыч, да? Здорово, пацаны. 45 на 2. Блин, что-то нас под землю куда-то выкинуло. Ну, короче, не знаю, как вам, но мне лично кастомка очень понравилась. Герой, вот как нику полностью соответствует, действительно имбанутый. Я надеюсь, что после выхода этого видосика вы поддержите его лайком обязательно, потому что именно благодаря вашим лайкам присутствует мотивация снимать дальше что-то интересное для вас, разнообразие. Вот вы просили вернуть всякие прикольчики, мы их вернули, поэтому поддержите видос лайком, обязательно. Не забудьте, подпишитесь на канал, если тут впервые, загляните на сервер Дискорда, если хотите поиграть с нами. А с вами был Имба, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.